Негласный лидер в борьбе за кресло сити-менеджера сошел с дистанции. Замгубернатора региона Дмитрий Куликов снял свою кандидатуру в конкурсе на пост главы городской администрации. Эту информацию официально подтвердил председатель конкурсной комиссии. В комиссию поступило заявление от претендента Куликова Дмитрия Анатольевича о снятии своей кандидатуры с участия в конкурсе на замещение должности главы администрации города Иваново. Осталось 4 претендента. Это 2 депутата Ивановской городской думы, заместители главы администрации Ивановского района и временно безработный из Фурманского района. Следующий тур конкурса – индивидуальное собеседование. На суд комиссии оставшиеся кандидаты представят свои программы, а также должны будут ответить на ряд дополнительных вопросов, в частности, по знанию законодательства. Претендент Николай Плотников в своей программе во главу угла поставил защиту местного самоуправления от давления сверху, а именно со стороны руководства региона. Добиваться, бороться вот 2 года, пока на который избирается глава администрации, выбранности главы администрации и с тем, чтобы выбранный глава муниципальной власти исполнял функции главы администрации, а нынешний глава города просто избирался депутатами как председатель Думы, руководил Думой, занимался чисто думскими делами. Вот такое, как двуглавая власть, она не нужна. И самое главное, опросы жителей, опросы самой администрации говорят о том, что люди больше выступают за выборность главы администрации, главы муниципального образования. Свои шансы на победу в конкурсе Плотников рассматривает трезво, не питая иллюзий на этот счет. Своей категоричностью в отношении губернской власти, считает кандидат, он уже лишил себя голосов конкурсной комиссии. Я думаю, шансы достаточно малы. Пропустят того, кто, на кого согласовал губернатор его команды. Неважно, это будет Кульков, не Кульков, но его человек. Вот. Либо в свете последних событий могут даже зарубить эту, умышленно загубить эту процедуру начатую. Я думаю, что в данном случае власть в очередной раз этим покажет то, что местное самоуправление ничего здесь не решает, оно абсолютно не самостоятельно. Захотел губернатор, выборы не состоятся. Захотел губернатор, состоятся. Подтверждением тезиса кандидата Плотникова стала причина, по которой Дмитрий Куликов снял свою кандидатуру с конкурса. А именно на этом настоял губернатор региона. В кризисное время начальник департамента финансов и первый зампред нужен ему в правительстве. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, Денис Денисов, РТВ Иваново.